Здравствуйте, дорогие друзья. С вами Вера Смирскова. Очень часто картинка, которую мы хотим использовать для своих открытки, бывает на белом фоне. И сегодня я покажу, как без программы Photoshop можно убрать этот фон. Для этого мы будем использовать онлайн-сервис. Ссылку на этот сервис вы найдете под этим видео. Итак, я уже зашла на этот сервис. Нажимаю «Загрузить изображение с компьютера». Нажимаю. Выбираем картинку. Открыть. Картинка загрузилась. Теперь вот здесь в слоях кликаем два раза не замучат. И появилась такая галочка. Теперь берем волшебную палочку. Кликаем. И нажимаем клавишу «Delete». Кликаем еще раз. Опять «Delete». Еще раз кликаем. «Delete». Итак, весь фон мы убираем. Все, теперь наша картинка будет без фона. Теперь нужно будет ее сохранить. Нажимаем файл, сохранить. Выбираем формат PNG. Даем название файла. Нажимаем «Да». Сохранить. Сохранить. Вот и все. Так быстро мы убрали фон с картинки. Теперь давайте посмотрим различия между этими картинками. Для этого программа Software Designer я вот залила просто фоном страничку и поставила картинку, которую только что мы обрабатывали. И теперь давайте посмотрим ту картинку, которая у нас получилась. Для этого нажимаем «Вставить», «Рисунок», «Вставить». Выбираем картинку, «Вставить», «Окей». И вот как видите, эта картинка будет в открытии смотреться гораздо красивее. На этом у меня все. Желаю успехов в изготовлении открыток. С вами была Вера Смиркова.